Всем привет, с вами Психиатр, и мы продолжаем играть в Happy Wheels. И сегодня у нас опять самые наигранные уровни за прошедшую неделю. Вот, давненько. Давненько я не играл в Happy Wheels. Вот, записал ролик 2 недельки назад. Вот сейчас только выложил. Так, что? Z, окей. Да схвати, ты хорош. Да бляха. Понятно. Ну ты чё делаешь? Блин, я забыл управление. Опа. Хорош. Чё? Ну куда я сюда? Ну? Это я с собой возьму. Ладно. Так. До свидания. Оп. О. Да ты что делаешь? Бляха, да согни ты. Согни ладошки. Да чтоб тебе... Ну, хватани. Давай. Схвати, сказал. Не, ну я не знаю, не работаю. О! Хорош. Да отпусти ты. Блин, зачем так громко-то делать? Так. Water bottle flip. Это мы любим. Бутылки наши, все. Куда тут надо закинуть? Супидаш. О, нормально. Ну ты хорош. Давай на про хотя бы. Во! Это уже дело. Так, как вот эти получить? Ага, наебал его. Нажать никуда нельзя. Окей. Еще раз. О! Да ну ёптель. Ну ты остановишься, нет? Ну-ка, ну-ка. Ну, бляха, так чётенько летело. Что ж ты делаешь? Сволочуга. О, вот это я понимаю. Слушайте, ну это просто, это все, это можно заканчивать с этим уровнем. Дальше. Ой, что-то я пропустил. Дед, здорово. Shift, стрелять. Окей. Что ты хочешь от меня? Дед, а чё, у тебя только 2 патрона, что ли? Ты чё? А, не, нормально. Слушайте, какой прикольный уровень. Я таких еще не видел. Отлично. Ой, зачем я рестарт нажал? Плохо, что музычки победы не прозвучало. Ну, да ничего. О, это... Это мы любим. Ну, что ты не хочешь ехать? Бляха. Ладбрик, окей. Фет минус. Издюк минус. Тут что? Да, такое себе. Такое себе. Счастливый день один.
Ну ты в смысле? Ты подожди. Нужно попасть. Да отпусти ты. Что ты? Ты что, дурак? Ты что делаешь? Да в смысле? Убейся. Что тут нажать? И... Бляха. Что ж вы сразу не сказали? Так, тут надо пролезть. Окей. Ну пролезь. Пролезь, животное. Да блин, как эти кубики-то растолкать? Опа. Ну-ка. Оп. Вообще хорош. А где музычка победы? Не, ну это подстава. В смысле? Ты что делаешь? Да ты хорош! Ты так не делай никогда больше, забудь. Да не надо. Да ползи! Я жив! Он еще жив! Бля, ну а как это проходить? О! Давай, давай, Ну! Ну провались! На последнем. Ой, хорош! Так, тут мы сейчас провалимся. Давай, давай, давай! Ну, дружище, ну что ж ты делаешь-то? Ползи, ползи! О! Оп! Есть! Да ты не... Ты что не сказал, что схватиться-то надо? Нет, ну вот прям красава, а? Сам все сделал. Да ты отпусти! Ну почему ты так падаешь неудачно? Вот. О! Отлично. Слушайте, ну интересный уровень, достаточно интересный. Роуп свинг. Давай. Ты что свалился-то? Да в смысле? Чего тебя не придерживают-то? Ну-ка стоять. Опа, я тут останусь. Опа. О! Извращенец. Так, ладно, поехали. Схватанул. Оп. Провалились. Да погоди ты. Ой, да я сяду. Финиш вижу. Ну, почти мягкая посадочка. Все нормально. Shift. Такое себе. Пога файт грин. Окей. Ой, пога файт. Бляха, ну они же все одинаковые. Ну ладно. Так, я заметил. Я заметил. Почему бы... И нет. Ууу, что-то мы далеко, по-моему, летели. Наебалово. Ладно, хрен с вами. О, нормально. Без ножа в жопе. Какой это погофайт? Женщина, уйди, да ты жируха, отвали от меня. Бляха, ты чё какой опасный? Да твою-то мать, а. У тебя, блин, в магнит, что ли, в спине? Так, пиздюк. Да дед, ты вообще подставы делаешь конкретные, так нельзя.
Блин, нет, ну у него точно магнит в голове. Я... Ну вот как так, а? Вот смотри, сейчас по-любому голову разобьет. Нет, смотри-ка. Ты, бляха, извращенец, пошел от меня. Пошел, сволочь. Уйди, женщина. Ты не в моем вкусе, скотина. Да уйди, сказал. Толстуха, бляха, да... Ладно, давайте еще разок, может быть. Не, что-то пошло не так. Что-то определенно пошло не так. Да-да не надо. Да ты что сваришь-то? Собака. Не, тут только так походить. Тут слишком народу много. Приземлись. Поди. Ах ты, гадина. Копьеносец вонючий, а. Победу мне испортил. Скотина. Ой, много перелетел. Падай. Падай, говорю. Упал. Бляха, ну зачем делать такой этот, если... Твою мать. Вот он, победный, победный. Отвечаю, победный. Ух ты. Ну, бляха, ну голова-то прилетела. Ладно, последний раз, даем последний шанс этому уровню. Но нет, ну не хочет он, не хочет, не хочет. Ладно, вот сейчас точно. Сейчас. Да ёптель, иди в очко. Поехали дальше. Капец, эти пугафайты. Грин еще этот зеленый все в глазах осталось. О, это я люблю. Не повезло, мужик. Бывает. Опа, майнкрафтер. Давай, Санта. О, в смысле? Ой, сейчас что-то будет. С головешкой что-то будет. Дед. Деда порубили. Блин, ну зачем ты так кричишь-то? Не надо так. Нехорошо. Опять погафайт. Ты что ж ты будешь делать? В смысле? Наебалово. Дед, ты, по-моему... Что-то перепутал немного, да? Дед, ты где меч-то взял? Ты ж безоружным был. В смысле? Опа. Давай быстрее. Не понял. А мечи где были? Этот копьеносец же. О, это хорошо. Нифига себе, босс. Да ты что, издеваешься? Ты как я тебе его пройду-то? Подставим пиздючку. Пиздючка. Блин, не получилось. Ладно.
не мне. Да твою-то мать, ну ты... А он жив! Нет, он мертв. Ну, почти прошли. Вот отвечаю, сейчас так не повезет. О, не... Да ты дед, ты... Ты хорош, ты зачем так делаешь-то? Уйди. В смысле? Да в смысле? Ах ты, зед, смотрите, подстав нашел. Я все не понимаю, откуда он меч берет. Дед подставушник. Вот он, пляха, припрятал. Говнюк такой. Ладно. Хрен с тобой. Падла. Так, дед минус. Уйди, нет. Вот. Вот. Да ну твою мать, до свидания. Мы почти были у финиша, мы посмотрели на финиш, мы пошли дальше слышать звук финиша в другом уровне. Так, что такое? О! Спокойно, да ты что творишь-то? Убрал. Солдатиком, солдатиком летим. Ну ты что творишь? Вниз падай, вниз, вниз. Мимо, мимо. Хорош, хорош уровень, хорош. Так, что у нас тут еще? Bottle Run, Extreme. Окей. Так, Bottle Run это у нас кто? Да в смысле? Блин, уровень какой-то этот. Он у меня подвисает. Падла. Что ты творишь, скотобаза такая. Бляха, мне не нравится этот уровень, он какой-то висючий. Да ты кто делает такие длинные ботауганы? Хорош. Ты что творишь, собака? Бляха, не, надо научиться. Нужно научиться правильно их проезжать. Скотина. Нет, так это не получится. Ладно, хрен с тобой. Да что ты будешь делать? Что ты все время переворачиваешься? Гаденыш. Не, ну это что-то как-то изи. Меня что-то не так учили Bottle Run проходить, ну да ладно. Ну хуй плохие какие советчики, ну. Что поделать, что поделать. Бляха, ну вот ты хорош, ну ты вообще нормальный человек. Ну по 3 секунды ждать каждый раз, ты издеваешься, нет? Да пусти меня! Ну... И...
Я схватил. Да ты что, я схватил-то? Ты дурак, что ли? Ну, бляха, ну нет. И... Нет, этот уровень мы не будем проходить. Тут, блин, ждать каждый раз начала по 15 секунд. Нет, спасибо, обойдемся. Так, что такое? О, это я люблю. Так. Ух ты ж, бляха. Ну-ка, стопы. Стой. Блин, какие действительно интересные уровни пошли. О-о-о. Бляха, да я просто мастер головоломок, слушайте. Свертру. Окей. Это мы знаем, как делается. Я уже вижу Вин, но мы сначала убьем всех. Джастин Бибер минус. Это как так? Да ты что делаешь? Ты чуть меня не хватанула, женщина. Что творишь? Нет, моя победа! Я еще Санту не убил! Ну ладно. Санта будет жить в этом, в этой серии. Так назову ее. Никто не поймет, пока не посмотрит. 20 минут. Санта будет жить. О, это я люблю. И... Да ты хорош, ты чё не падаешь-то? А кто мечит заклеил все? Ой, Санта, не, Санта сегодня умер. Санта сегодня умер. К сожалению. Ну что поделать? Да не надо, ну. Да бляха. Вот что не люблю, это все время. Есть такие уровни, когда нельзя схватить последний меч. Ну что ты будешь делать, а? Ну не хочет, он не хочет. Все-таки Санта будет жить, ну что поделать. Такая твоя судьба в этой серии. Impossible Pogo Ninja. Окей, ой, да господи, что-то невозможно. Сейчас мы тут все пройдем. Ну почти, почти. И где тут Impossible? Где тут Impossible? Даже изи, изи, с какой мы с третьей попытки прошли. Ваш Impossible. Ой, ну это же было уже сегодня. Ну ладно, давайте посмотрим. Так, тут какие-то два извращенца. Один хотел помочь другому, но... А, нужно нажимать, окей. Но ничего-то не получилось. Так, извращения продолжаются, они... Что они делают? Я не знаю, что они делают. Бляха, я все время... И в чем смысл? Ну, честно говоря, не очень как-то. Ну, такое себе, такое. Такое. Роб Свинкарт. Ну, давай. Это, погоди, ты предупредить должен. Да ты в смысле? Я хватануть не успел. Да блин. Да тут нереально, ты чё? Как я должен зацепиться-то за этот? Блин, реально хард. Ну ты не надо так. Да блин! Ух ты, панула какая. Да он не хочет зацепляться за это.
Либо в конце прилетает, либо не долетает. Ну что ты будешь делать? Ну не хочет он, не хочет. Хрен перелетишь, хотя попробовать в принципе можно. Ой, хватанули. Бляха, а что-то я не понял. В смысле? Да ты что делаешь, гаденыш? Не, это реально сложный роуп-свинг. Тут нечего сказать. Минус рука? Да ну ты твою мать. Так, ладно, не будем останавливаться на нем. Очень сложный уровень, очень сложный. Да, две звезды. Потому что хрен его кто пройдет. Фоку пленов. Ну, посмотрим. Может быть, он бы смог. Да ты что делаешь? Ты что, падла какая? И шо? Спасибо. Бляха, какой интересный уровень. Нас научили рисовать кубик. Замечательно. Замечательный. Brickless. Окей, это мы проходили. Это все просто. Это все для детей. Все очень легко. Все эти уровни одинаковые и неинтересные. Каждый раз мы их проходим. Опа. Да ты чё не предупредил, что тут Battle Run-то будет? Собака. Не, не будем проходить. Нафиг. Да стекло это бить. Полчаса. Вот Rope Swing, давайте. Окей. Отпустить свою тележку. Ты что делаешь? Ты ноги убери. Да бляха. Хватанул, а? Посмотрите. О! Падла. Хватанись! Хорош, ты меня так не пугай больше. О, падла. Ты просто падла. Да отпусти ты. Да убери ты свои ноги. Ёб твою мать. Торви ее. Торви ногу, она тебе не нужна. Она не понадобится тебе на этом уровне. Отдай. Отдай самокату. Бляха, ну ты что будешь делать? Ну не работает. Ну не хочет он. Ну не хочет он эту ногу отпускать. Да ну твою-то маму, а. Оп. Хватанул. Хорош. Поехали дальше. Опять Роуп Свинг. Слушайте, да вы хорош. Ты так не делай больше никогда. Зачем мне столько... Ой, это я перелетел, молясь. Не. Раскачайся. Раскачивайся. Бляха, ну не, не хочет он цепляться за первую, за вторую веревку. Ну что я могу поделать? Он хочет сразу к третьей. Ну, бывает, бывает.
не хочет человек, что поделать, не заставить же его. Какое? Ну что ты будешь делать, а? Как же мне с тобой быть, дружище? О! Блин! Какая скотобаза? Не, ну этот уровень мы должны добить. Должны добить! Что ж ты ногами вперед летишь? Дурак, что ли? Ну ты что ты будешь делать? Ну как же... Сложно залететь на эти веревки. Ну что ты будешь делать? Что ж у тебя руки такие короткие, а? О! Идеально. Нет, ну нет, ну почти же, почти. Капец. Капец какой-то. Хорош. Красава. Красава. Солдатиком. Отлично. Фух. Я готов. Ну, это стоило того. Услышать звук победы стоит того, чтобы потратить. Так, наебалово, нет? Да. Так и знал, скотина. Ну и что? Опять та же песня, ну. Так, я все понял. Ну, я думаю, на этом стоит закончить. Замечательный звук победы. Вот, в следующий раз продолжим. Посмотрим снова, наверное, лучшие уровни за неделю. Вот. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте, ссылочки есть в описании. С вами был Чиной Психиатр, всем пока.